9 по 13 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Булатова прошли соревнования по боксу в памяти Семена Хохрякова. Они проводятся с 1968 года и уже стали традиционными для копейчан. В турнире приняли участие спортсмены со всей страны. Эти всероссийские стали всероссийские соревнования, и поэтому они проводятся на этом уровне. Для того, чтобы боксеры России присудили им звание мастера спорта, победителю. Вот, и поэтому съезжаются у нас боксеры со всей страны, с Владивостока, там, с Хабаровска, то есть со всей страны, Москва. Ну, это очень приятно. Вот, наш город они любят. 12 мая состоялись финальные бои среди женщин. Каждая из девушек упорно готовилась к соревнованиям, чтобы победить и завоевать звание мастера спорта. Подготовка была упорной. За недели две это были сборы, по две тренировки утром и вечером. Волнуетесь перед боем? Ну, особо нет. Я уже знаю эту девочку, мы с ней боксировали. Вот. Счет пока 1-1. Будем исправлять. Кристина Балквадзе уже не в первый раз посещает Копейск. В начале своей карьеры, 5 лет назад, девушка выходила на ринг вместе с мастером спорта из Челябинска, но проиграла этот бой. Сейчас же девушка набралась опыта и снова приехала к нам, но теперь уже за победой. Да, волнение нужно, главное, грамотно преобразовывать в свое преимущество. И тогда все будет хорошо. На победу, конечно, любой спортсмен, любой человек должен верить в свою победу и только на нее настраиваться. Кристина Балквадзе выиграла поединок против Ольги Пискуновой и стала мастером спорта. А 13 мая прошли финальные бои среди мужчин.